Здравствуйте. Продолжаем нашу передачу «Слово эксперту». Сегодня у нас в гостях эксперт-эколог Лоцманов Алексей Александрович. Добрый день. Алексей Александрович, сегодня мы с вами встретились для того, чтобы рассказать нашим зрителям о проведении экологических изысканий. Самое основное, на что обращу внимание, Центр экологических экспертиз, экспертом которого является Алексей Александрович, имеет полностью все допуски, необходимые для проведения данных видов работ, как экологические изыскания, поэтому мы совершенно без страха и как бы доносим до вас данную информацию о том, что эти экспертизы у нас проводятся, данные обследования, на полностью законных основаниях. Верно. Поэтому мы вас и пригласили. Скажите, вот такое понятие, как сокращение санитарно-защитной нормы. Да, встречаются такие объекты. То есть, например, когда нужно сократить санитарную защитную зону для постройки какого-то здания, либо бизнес-центра, либо торговых центров. Бывают такие решения, то, что санитарную зону в некоторых случаях, это все отдельные какие-то экземпляры, когда сокращают санитарную зону. Вот. Для чего это делается? Для того, чтобы, например, уместить ту или иную постройку. Вот, либо прокладку транспортной инфраструктуры, дороги, либо железных путей. Ну, я думаю, что мы еще встретимся. Конечно. С Алексеем Александровичем и конкретно более подробно поговорим про каждый отдельный пункт экологических изысканий. Сегодня мы просто как бы собрались для того, чтобы в общем плане разъяснить, для чего они необходимы, в рамках чего они проводятся, какие необходимы документы и в каких случаях. Я думаю, что мы скоро встретимся и поговорим уже более подробно по каждому пункту. Спасибо вам большое, Алексей Александрович. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.